Всем привет, друзья! В эфире Мега Крутая Распаковка. Погнали, так, с киоска овощей вот взял 3 картошки, 1 морковку, 24 рубля. Также в кулинарии у нас, что у нас? Так, биштекс. Вот такой вот биштекс. Стоит 110 рублей. Котлета куриная 80 рублей. Чебурек с мясом 70 рублей. По кулинарии 260 рублей. И зашел в Пятерочку. Чек не взял, забыл. Там касса самообслуживания. Печенье. Ну, 69 стоит рублей. Вот такой десертный этот плавленый сыр. Он 150, 149. Чеснок, помню, 12 рублей. И тоже укроп где-то тоже около 70, по-моему. Вот. Это Пятерочка. В общем, ну, на этом обзор закончен.